Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Lexus NX200. Итак, двери и верхняя стойка буду менять. Переднее крыло, капот, фару, бампер тоже будем менять. Разбираю. Эту часть тоже буду менять. Итак, делаю необходимые мне измерения. Отсверливаю пару кусков поврежденного металла. И теперь буду тянуть. Тянуть буду до размеров противоположной стороны. После того, как все вытяну, я начну менять поврежденные части. Это детали на замену. Итак, удаляю поврежденный металл. Удалил поврежденный металл, усилитель внутренний тоже деформирован. Я удалю его и отравняю. Первым делом я равняю внутренний усилитель, он из жесткого металла. Равняется трудно. И зачем его примеряю к новой детали? После того, как я с усилителем закончил, я подгоняю, выравниваю все поврежденные места на кузове машины. Итак, все отравнял, и теперь я могу сваливать все новые части.
Подрезаю стойку по размерам и заканчиваю сварочные работы. Итак, сварочные работы закончил я. Покрасил верхнюю часть лонжерона возле двигателя и под крылом. И теперь могу все собирать. Ставлю двери и остальные части переда. Итак, работы с металлом закончены. Отдаю машину на покраску. Итак, машина приехала с покраски. Собираю. На ремонт этой машины ушло 7 дней, плюс 7 дней покрасочной работы. Ремонт закончен.
Ну, а у меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!